Что это за люди? Поясните суду, о которых вы спрашиваете. Они оперативники СИЗО, когда они меня в отдел привезли, оперативники. Там избивали, выбивали показания, которые я им говорил, то, что Боярка пришла, велосипед принесла пешком и была избитая. Они мне начали говорить, что это, нам говорят, ну, нужны показания. И никаких протоколов они мне не давали, что подписывать.